Всем привет, дорогие зрители! С вами сегодня снова Агаси. У нас канал «Недвижимость в Турции», «Парадайз Алания», а также наша компания уже будет заниматься автоподбором машин для наших клиентов, а также те, кто уже переехали в Аланию и не могут выбрать себе машину или купить, проблем с оформлением, нету доверия кому-то. Так что, кто меня знает, кто нам доверяет, нашей компании, обращайтесь. У меня как бы сфера услуг такая. Я могу подобрать вам машину через официальные, признанные нормальные компании. Поехать, допустим, в Стамбул, Анкару, пройти всю экспертизу, проверить машину от А до З, от А до Я, и привезти в Аланию, оформить через какие-то компании. Это может быть и другая компания, галерея, потому что здесь много галерей, да, автосалонов много. И из-за этого я могу поменять как бы подбор именно компаний. Кому-то можно доверять, кому-то не доверять. Это рынок, сложно. Это на данный момент я уже приехал в одну галерею, здесь оказался мой друг. Это спонтанно, мы покупали машину для одного моего друга. И когда я его увидел, я говорю, что он начал заниматься машинами, да. Он начал заниматься продажей машин. И хочу показать вам несколько вариантов, то, что есть у него в автосалоне. Цены тут начинаются, автомат-коробка, с 2013-2014 года где-то от 20 тысяч долларов. Да, здесь машины дорогие, потому что растаможка дорогая. Вот, сфера услуг у меня недорогая. Как переводчик ваш личный могу помочь. Вы найдете машину какую-то, понравилось вам что-то. Я буду связываться с этими людьми, кто продает, а также наши коллектив ребят, которые занимаются именно автоподбором. С ними вместе буду обсуждать, искать, проверять через экспертизу и там в том городе, где вы нашли эту машину, и привезем в Аланию. Подробности в сфере услуг, насчет денег можем обсудить на месте. Или же можете позвонить и получить какую-нибудь консультацию от меня. Все, показываю то, что есть в этом автосалоне. Так, вот BMW 520i. Цены сейчас не буду говорить. Ну, вот такой салон, где есть несколько машин. GM Motors. Он сам на BMW едет, что-то любит BMW. Плюс-минус я могу сейчас спросить цену. Итак, вот эта машина 2020 года, 68 тысяч долларов стоит. Плюс-минус, да, там скидки можно договориться. Это 2018 года, 53 тысяч долларов. Это бэха. Ну, закрыто, ничего. Да. Йо, Герекнер. Гостерьером C200D. Также есть несколько других вариантов. Выйду во двор, покажу вам. Ну, машин много. В основном ходовая машина здесь Hyundai Accent, дизельная автомат-коробка, Fiat Egea автомат-коробка, Добла машины вот эти, ну, коммерческие. Коммерческие машины, что минус, каждый год надо проходить техосмотр. Вот в основном ходовая машина в Алании, это белая машина, но другие цвета тоже пойдут. Такая жарко здесь, желательно белая, и легко его продать. Так что покупаем такую машину, которую можно купить и, то есть, можно продать в будущем. А также это касается и недвижимости. Я стараюсь искать такие варианты, что потом можно было и продать. Далеко от моря они показывают, выше километра я не предлагаю, да, вариант.
недвижимость. Если это эксклюзивный вариант, хороший, видовая слишком, то да, я показываю ту квартиру. Вот такие машины здесь у него. Потом я вам покажу еще другие автосалоны, дилерские, от дистрибьютора. Все, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Кого интересует покупка машины, кого интересует покупка недвижимости, обращайтесь, помогу, чем смогу. У меня будут хорошие скидки, я буду договариваться нормально с продавцами, так как скидку добиться тоже здесь сложно, но надо, для этого нужен опыт работы. И так как нашего партнера знают многие, мы через них как-то выходим на связи и добиваемся какую-то скидку. Так что жду лайк, подписку на канал, как я сказал. Звоните. WhatsApp, Telegram, Viber. +90 555 064 91 10. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Район уже не скажу. Город. Всем пока-пока.